нужно бояться рисковать. Наверное, в предпринимательстве, в бизнесе самое главное – это способность идти на риск, быть готовым к неудачам и, невзирая ни на что, поднимать голову и идти вперед, потому что неудачи, они обязательно будут. Да, и, наверное, значение главное имеет то, как мы к ним относимся и как мы после этих неудач встаем и продолжаем работу. Вообще меня вдохновляет возможность качественно влиять на жизнь других людей. Я всегда верила, что я в этот мир пришла для чего-то большего. Не знаю, чем просто что-то делать, там, очень локальное. И меня всегда вдохновляло, что мне казалось, что я должна делать что-то, что качественно там, меняет среду вокруг меня. Знаете, я, честно говоря, для меня неожиданно, что настолько все на высшем уровне прошло. То есть я, поскольку, опять же, я имею отношение к образованию, я понимаю, могу оценить, как компания EY подходила вообще к процессу отбора, насколько они качественно вот его организовали, сколько мы проходили всяких собеседований, анкет. При этом это достаточно все было комфортно, да, то есть... То есть как-то вот удалось этот соблюсти баланс, и вот текущее мероприятие тоже организовано на высшем уровне. Большое спасибо организаторам за это. Вы знаете, наверное, я хотела бы научиться удерживать баланс между работой и личной жизнью. Фэшн-правила. Вы знаете, я стараюсь, чтобы... мой внешний вид не мешал работе.